Прием, прием, выжившие, на связи Шадимен. Шадимен номер 2, номер 3, номер 4 и Шадимен номер 5. Добро пожаловать в новую часть выживания в зомби-апокалипсисе в Майнкрафте. Сегодня я для тебя подготовил очень интересную задачу, но все, что тебе нужно сделать, это просто определить, под каким номером нахожусь настоящий я, то есть настоящий Шадимен. Если ты уже догадался, то пиши об этом в комментариях и главное напиши, как ты догадался. В конце я обязательно покажу, где же все-таки я настоящий нахожусь. А пока что напомню то, что я уже слетал на базу, и, к сожалению, на нашу базу напали зомби, и мы еле-еле отбились. Но сейчас я был вынужден вернуться в этот город, потому что мы так и не нашли еще Леску и Стефа. Однако сегодня произошло еще кое-что интересное, ты обязательно об этом узнаешь. И да, прямо сейчас также обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, а если ты находишься здесь впервые, то жми на красную кнопку подписаться, ты точно не пожалеешь. А настоящий Шадимен сегодня был под номером 4. Поздравляю всех тех, кто догадался. Приятного тебе просмотра. Отлично. Топлива хватило прямо, чтобы до города долететь. Только что-то мне подсказывает то, что посадить у меня самолет на крышу, как кому-то удалось это сделать ранее, у меня уже не получится. Так что, видимо, мне придется с этим самолетом распрощаться. Самое главное то, что он сослужил нам очень хорошую службу. Я добрался с помощью него на базу. Вот и все, топливо уже на самом конце. Так, все. Так, тихо, спокойно. Так, ладно, все, я десантируюсь. 3, 2, 1. Поехали! Так, парашют! Есть! Успел! О, самолет. Все, там уже совсем не оставалось. Там прям топлива было очень мало. Так. О боже, бедный самолетик, а. Честно говоря, была бы возможность его здесь где-то посадить. Я бы его обязательно куда-нибудь приземлил, а так придется то, что он останется там. Шади, прием. Рядовой на связи, это ты. Да, рядовой прием, это я, конечно. Как дела? Нашел уже кого-нибудь? Нет, не нашел. И передатчики сбить не смог. Но самое главное то, что я их обнаружил, у меня есть то, чем их можно сбить. В общем, я сейчас нахожусь на крыше здания. На этом здании находится красно-белый флаг. Вот, поднимайся сюда. Я тебя здесь буду ждать. Как ты самолет-то посадил? Я не посадил самолет рядовой, к сожалению. Вот, так что я сюда, так скажем, в один конец прилетел. Если у нас не получится починить вертушку, то мы с тобой и не улетим отсюда. Ладно, я скоро буду, короче, давай. Конец связи. Да, если бы я только мог. Если бы я только мог ее аккуратно посадить, я бы это обязательно сделал, но... к сожалению, нет. Почему я прям... Как мне отсюда десантироваться-то теперь? Без парашюта как-то придется это делать. Там уже зомби идет. Так, ладно. Сейчас они сюда стянутся после такого падения. Так, я туда смогу, нет, допрыгнуть, интересно. Ладно, у меня, если что, аптека есть, так что... Так. О, есть, получилось. Все, отлично. Можно тогда как-то по деревьям вот так перепрыгнуть, и все, отлично. Так, он меня не видит. Отлично, я невидимо. А, видимо, я слишком высоко нахожусь, он даже голову не поднимает и меня учуять не может. Опа, все, отлично, я на месте. О, а вот теперь учуял. Вот теперь он меня учуял, отлично. Так. Большой Джо, этот зомби-мутант, как его называют тут все, видимо, он уже куда-то смотался, так что, видимо, тут безопасно. Так, ориентироваться буду относительно центров, тогда вот этого. Вот, мне нужно найти здание. Капец, когда мой этот самолет торчит, это просто жесть. Так, мне нужно найти здание с красно-белым флагом. Так, найти бы этот флаг, бы этот еще обнаружить. Ладно, хотя бы более-менее ярких цветов. Ну, белый там и красный. Так, не вижу. Так, зомби уже идет потихоньку. Так, не вижу. Нет, это невозможно. А что если он как-то прячется там среди этих зданий везде, я не знаю. Так, туда тоже главное не подходить, потому что там радиация повсюду. Так, что там такое? Кстати, вон там, по-моему, нет? Так, мне нужно бинокль достать. Как-то еще поближе туда подойти, чтобы это все разглядеть хорошенечко. Да, это оно. Это точно оно, все. Ну, я надеюсь, потому что если это не оно, то придется искать дальше. Вот, так что... Так, ладно, все, я пошел. Даже не знаю, зомби валить, не валить. Или прибежать просто. Ладно, попробую прибежать. Вот, потому что мы пока базу нашу отбивали в лесу. У меня и так очень много патронов израсходовалось, и я практически нулевой сюда прилетел. Так, ой-ой-ой, нет, приходится... Вернее, придется, видимо, пострелять немного. А вот она, лестница. Так, лестница на месте. Так, быстрее, давай. Опа, есть. Отлично. Кстати, у нас еще на базе проблемы с едой. И здесь тоже проблемы с едой, так что... Надо что-то по этому поводу тоже придумать обязательно. Ладно, сейчас спрошу рядового, где у нас передатчики нашел. Так, рядовой, это я, аккуратней. Да, Шади, давай, залезай, я здесь.
Слушай, ничего себе у тебя тут это... Отельчик пятизвездочный. Ну да, а ты что думал, я тут сидеть просто так буду? Присаживайся. Короче, Шэдди, передатчики эти находятся, получается, в здании, которое, ну, перед нами, такое поваленное. Поваленное? А как по нему лезть-то? Вот в том-то и проблема. Я понимаю то, что я все сам мог сделать, но мне эта травма и вправду не дает туда до самого конца долезать. Вот. Если я был в порядке, я бы обязательно это все сделал. Так, ладно, не волнуйся, главное, что... да, если бы ты полез, ты бы травму бы еще получил, это было бы еще опаснее. Ладно, я это сделаю, хорошо. А по Стефу-то что? По Стефу и по Леске новостей нет. Но я знаешь, о чем подумал? Вот смотри, здесь вся сеть ловит только на частоте вот этого города. Вот. А извне пробиться нельзя. То есть, допустим, мы не можем связаться с базой. А Стеф и Леска сейчас находятся на частоте нашей базы. Вот. Так что пока мы антенну не собьем, возможно, и до них в принципе невозможно будет связаться. Они не могут связаться с нами, потому что они даже про антенны не знают. А, кстати, да, я почему-то об этом раньше даже не подумал. Так, хорошо. Потому что отсюда антенны эти видно? Да, вроде как, да. Ну, вот там слева, прям на этом... здание, там чуть-чуть что-то видно, вот еле-еле. Так, да, я что-то там вижу, слушай, по-моему, там что-то вроде такой камуфляжной постройки, вот как у тебя здесь сейчас. Вот, так что все понятно. Так, и Шэдди, там это, я еще тут полазил везде по складам всяким, все что нашел. Короче, ты можешь дробовик вот этот взять, Сайгу. Вот, и там в ящиках еще лежат патроны, так что если чего у тебя нет, то это, бери. О, а что это за взрывчатки? Это я тоже нашел. Возьми с собой. Мало ли эту систему вырубить не получится. Да, ты ее лучше сразу подорвать, чтобы ничего от нее не осталось. Так, слушай, я тогда... ну, аптеки у меня в принципе есть, а вот 5.56 я все-таки возьму. И... так, я даже не знаю, вот так и... вот так сделаю, тебе тоже оставлю все. Шэдди, а как там это... на базе дела? А, точно, рядовой, я даже забыл тебе сказать. Дела на самом деле плохи. Наша база больше не самая надежная база. Зомби туда пробрались, и мы с ребятами отбивались там вот перед тем, как я назад вылетал. Ой, нет, только не это. Плохие дела. Если бы мы там были, возможно, бы удалось это все предотвратить. Да, если бы было, если бы было. Сейчас бы только ребят найти наших живых. Ладно, все, рядовой, я пошел. А как только все получится, я попробую тогда связаться сразу с нашей базой. Чтобы точно убедиться в том, что все работает. А потом уже, если что, свяжусь с тобой. Да само собой, они ж там ждут наверняка. Все, Шэдди, давай. Успехов тебе. Да, тебе тоже. Если что новое увидишь, обязательно связывайся. Так, ну что? Нужно мне простроить маршрут до этого скошенного здания. Боже, мне придется лезть прямо, прямо вон там. Прямо вот по этой диагонали, получается, вверх. О, кстати... там даже какие-то палатки есть, что ли? Ха! Ничего себе, люди даже выживали как-то вот в этих скошенных зданиях. Обалдеть. Так, пойду, пожалуй, либо справа обойти, либо пойти по центральной улице. Я, наверное, справа обойду, потому что на центральных улицах обычно, как показывает практика, очень много зомби. Вот, так что все. Все, рядовой, давай, пошел. Так. Ну, была не была. Так, Сайга, Сайга заряжена. У нее, конечно, такой, ну, магазин получается, не по одному патрончику да вставляется, так что придется надо как-то, ой, поаккуратнее быть со всем этим делом, но ладно, я точно справлюсь, так, на тебе. Есть, отлично, все, спринтуем, бежим только вперед. Так, главное успеть еще все это дозаряжать, все, отлично, так, 5 из 5. Зато, как пальнешь из этой саги, зомби сразу отваливаются. Так, здесь немного вперед по холму, и я уже почти на месте. Так, вот сюда. И, ой, кто это? Ой, собака! Нет, тут не собака. Так, не-не-не-не. Нет, она мне залезть даже. О, есть. Готово. Отлично. О, откуда она вылезла только? Я... так, они даже там есть где-то в этом здании. Я их слышу. Собака, это очень плохо. Я надеюсь, что этих собак не будет там. На этом здании, вот. Я же здесь? О, ух ты, да, реально лагерь какой-то. Так, тихо-тихо-тихо, ребятки. Ко мне лезть не надо, ладно? Давайте мы с вами сейчас как-то вот таким вот образом вопросы все решим, окей? Так, отваливайся, отваливайтесь. Вот. Ровно 5 выстрелов, и все зомби полегли. Кстати, сколько тут зомби было?
Ха, неплохо, мне нравится это оружие, определенно. Так, что у нас здесь? Боже, детские игрушки какие-то валяются. Но радует на самом деле то, что здесь никаких скелетов нет. То есть они отсюда ушли и надеюсь то, что они живы. Так, есть даже какие-то ящики. Ух ты, вкуснятины-то какие! Получается, яблочный пирог, яблочный джем, яблочные какие-то... Да тут все яблочное. Ха, прикольно. Консервированные яблоки, яблочный сок. Так, это надо ребятам. Это малому Нити надо на базу обязательно отнести, потому что они таких вкуснях давным-давно не видели. Да и я давным-давно не видел, но это есть не буду. Правда, если наша еда кончится, у меня все, что осталось, это только куриный бургер и сухой паёк, один пакетик и все. То мне, к сожалению, придется все это тоже есть, но я буду держаться как только смогу, чтобы они в первую очередь это попробовали. Даже пицца есть. Круто. Так, а здесь у нас... О, это что? Ха! Это что? Так. Игрушечный бластер-пистолетик. О, вот это малому подарок заодно. А то он с каким-то там деревянным бегает, как не знаю кто. Как в средние века какие-то. Пускай вот это ему надо. Так, и Нити тогда тоже надо что-то взять. Обязательно возьму, наверное... О, ха, вот этот поросенок вообще мило выглядит. Копилка такая. Вот его возьму, короче, с собой. Так, опа, сюда и сюда. Все. Так, ладно, все, я что-то как-то это... Немного даже из головы вылетело, зачем я здесь. А, вот и лестница есть. А я здесь в первую очередь для того, чтобы выполнить свою главную задачу. Уничтожить передатчики, и благодаря этому появится связь. Так, тихо, не подходи ко мне. Они тут очень легко могут столкнуть меня. Так... Откуда? Вот отсюда полезу дальше? Так, тихо, спокойненько! Ай! Ай! Ух ты! Вот, ой-ой-ой! Тихо, тихо, тихо! Спокойно! Вот это было опасно! Если бы не этот костюм, я бы переломался бы полностью. Вот о чем я и говорю, надо было аптек побольше взять. Так, ладно. Бинты. Бинты тоже достану. Кстати, вот и все. Ха, последний гамбургер остался. Ладно, ну его это, я не с топором, я лучше буду с дробашом сейчас сразу забегать, потому что тут... Упасть можно очень нехило на самом деле. Я рисковать вообще не хочу. Так, ну чё, вы где там? Давайте вылезайте. Так, я даже сейчас, наверное, сразу дозаряжусь. Так, готово. И готово. Вон идет слева. Заметил голову. Так. Ну давайте, давайте, сюда подходите. Чё вы там стоите-то? Так, опа. Так, оп. Так, встать вот так. С краю, главное. Я промазал еще. Это плохо, то, что я промазал, но. Все, по-моему, побезопаснее. Так, сейчас в угол встану, перезаряжусь и пойду дальше. Так, есть, готово. О, кстати, отсюда меня, наверное, рядовой сейчас даже увидеть сможет. Так что все в порядке. Так, идем, идем, идем дальше. Я видел то, что тут еще... Да, вот он, еще один лагерь. Так, я сейчас сюда тогда спускаюсь. Так, что у нас здесь? Еще одна зомбятина. Отлично. О, это же это, военный сундук. У нас на базе точно такие же стоят. Так, ну-ка... О, сухие пайки. Ну все. Тогда малой и Нита, они точно попробуют эту всю вкуснятину. Ну, если мы, конечно, на базу вернемся, а мы обязаны туда вернуться. Так что... Что это? Показалось. Так что, да, мы должны это сделать. Так, тут больше ничего нет, да, насколько я понимаю. Спальники, книги, сундуки и все. Ладно, все, идем дальше. Как же это долго? Как же это все долго? Это карабкаться и карабкаться туда. Полдня, ну не полдня, я уж не знаю сколько. Но, короче, не быстро уж точно. Так, главное, чтобы тут под ногами еще ничего никуда не провалилось. И мне тоже не провалиться в какую-то пропасть. Так, лезем, лезем. Так, здесь у меня не получится залезть. Так, надо направо попробовать сбежать. Так, опа, готово. О, здесь очень опасно, я прям на краю. Ох ты, ничего себе. Там зомби-то сколько. Так, не-не-не, ребят, вы же тут это. Так, пускай они все попадают. Пускай они все просто вниз попадают. Я надеюсь, что... Не-не-не, они не залезут. Только они сейчас лестницу мне блокируют вон ту. Так, ладно, тогда план такой. Сейчас я туда закидываю осколочную. Идеально, она просто идеально туда приземлилась. Так, давай-давай-давай-давай. Есть, отлично. Все, великолепно. И оставшуюся толпу я попробую как-то с дробаша тогда из саги вот так вот обстрелять, что ли. Так, он сейчас сверху тоже подходит. Так, опа, готовы. Все. Так, перезарядка. Так, и вот эту толпу, наверное, можно как-то избежать. Просто прибежать прямо и все. Так, забить. Так. О, а, они бы так и так не достали бы меня. Там лестница, она прям на весу была. Так, все, 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 тихо, 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 зомби. Сейчас не надо ко мне идти. Сейчас не надо, окей? Так, есть. Есть. Все, я на месте. Боже, я на месте. Я это сделал. Я это сделал. Так, да, это те самые антенны, видимо.
Антенна 1, антенна 2. Так, надо их вырубить. Здесь, наверное, где-то рычаги находятся. Либо мне нужно куда-то повыше залезть, но я не вижу ничего похожего на рычаги. А, так, непонятно. Так, ну-ка. О, тут еще и топливо целое есть. Это на вертушке. Ой, еще одна даже канистра. Так, хорошо, так, они... стоп, а почему они работают даже при том, что... При том, что, получается, я все вырубил, как бы, топливо. Они, может быть, как-то по-другому работают, потому что... Рация так и не ловит с нашей базы и с нашей частотой, не получается. Так, ладно. Я сейчас немного подожду. Если ребята не ответят, то я буду тогда их подрывать, вот эти штуки. Так, я, пожалуй, пока что посмотрю, что у нас здесь. Так, а здесь у нас, кстати, военные в костюмах даже. У них тоже как лагерь целый, получается. Такие навесы камуфляжные всякие прикольные. Так, есть даже ящики. Ничего себе, сколько они... топливо потратили для того, чтобы вот эти вот перехватчики, как эти блокаторы вот эти работали. Обалдеть, на этом топливе можно было, наверное, раз 10 туда-сюда смотаться от нашей базы и до этого города. И тут еще канистры. Обалдеть можно. И здесь даже. Не, тут не раз 20, вернее, не раз 10, раз, наверное, 30 можно было бы туда-сюда. Да. Ладно, хоть вот эти канистры остались, так. Второй человек, получается. Так, тут третий. Они все пустые. И, кстати, а четвертая лежанка, она пустая. Видимо, четвертый человек, он либо... Он либо их оставил, либо пытался выжить как любой ценой. Кстати, медпункт. Там мы еще не были. Было бы неплохо, кстати, его тоже проверить, но... Так, ладно, короче, ничего не работает. Я в таком случае беру тогда вот эти вот подрывники. Так, и... Устанавливаю. Так, радиус. Так, радиус я, наверное... А, тут... Длина максимум можно отрегулировать, пускай 5 будет. Так, детонация пошла. Так, отходим. Так, давай, сейчас пойдет оно. Опа, есть, минус 1, готово. Так, и второй понеслась. Так, точно так же. 5 секунд, задержка. Все, отлично. Так, отходим. Так, смотрим. И есть, готово. Прием, это Шадимен, запрашиваю базу. Есть кто на связи? Алло, Шеди, прием. Я, насколько понимаю, получилось уничтожить передатчики? Отлично. Хоть какие-то хорошие новости. Теперь у нас хотя бы связь есть. Ладно, я сейчас попробую связаться с рядовым. И да, Шеди, постарайтесь как можно скорее что-то там придумать. Потому что пока что мы здесь. Ты улетел. Появилась еще одна волна зомби. Нам пришлось всем вместе полностью внутри закрыться. Мы сейчас даже на улицу выйти не можем. Так что пока что вы не вернетесь, мы будем находиться под землей. И... Да, еду нам тоже достаточно проблематично сейчас добывать. Так что быстрее разбирайтесь с починкой вертолета, с леской, со Стефом, и мы вас ждем. Все, конец связи. Конец связи. Нет, только не это. У нас просто со всех сторон все поджимает. Там ребят зомби поджимают, а здесь у нас получается, пока мы не найдем Стефа и леску, надо что-то придумать. Ладно, короче, со связью разобрались. Дальше нужно просто попытаться связаться либо с леской, либо со Стефом. Так, ладно, все, я пошел назад к рядовому. Все, ладно, все правильно, я пошел.